Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хотел бы вам рассказать про грецкие орехи. У меня есть на канале видео, я про них очень много рассказывал, как я их экстрасцировал, как я из них выращивал саженцы, какие у меня получились саженцы. И вот, это уже второй год этому ореху, когда он плодоносит. На нем также завязались на второй год плоды. Вот они такими кистями идут. Гроздями даже, я бы сказал, как виноград практически. Вот здесь вот гроздь, здесь 9 штук здесь на вот этой грозди. Здесь вот 4 штуки, вот здесь вот, допустим, 9 тоже штук. Вот такими крупными гроздями формируется в этом году этот орех. Напомню, что плодоносит он второй год. Я надеюсь, что все орехи благополучно созреют осенью, и мы посмотрим вместе с вами, какой же будет урожай второго года с этого ореха. Также я вам сейчас покажу и другой орех, другой гибрид. Напомню, что для тех, кто не знает, это гибрид грецкого ореха с сердцевидным. То есть они просто называются по-разному. То есть один идет ГС, там не помню сейчас название, по памяти вставлю в видео сейчас, а другой тоже там ГС и номер у него идет. Один покрупнее, другой помельче. Но оба вкусные, сладкие, с тонкой кожицей, легко колятся. Но сейчас я вам все покажу их поближе. Вот грозди по 9 штук. Есть 4, есть 3. Ну вот есть такие крупные грозди, в которых по 9. Это самое максимальное количество, которое я здесь увидел. Там тоже здесь, вот здесь вот практически весь он высыпан орехами. В нижней части дерево так же, как и в прошлом году, я его в этом году не успел обрезать. Ну, здесь вот внизу гроздь. Здесь также много. Также верхней части тоже они есть. Ну, вот это другой грецкий орех. Здесь я также наблюдаю формирование гроздей, только вот здесь я вижу их не такими большими гроздями, как на том орехе. Вот по 3, где-то 2, где-то 3. Ну, в среднем где-то по 3 орешка формировалось на орехах, где-то 2, самое максимальное количество там наверху я сейчас пока не вижу, здесь вот 3. Ну вот если взять в среднем, то это где-то по 3. Сейчас внизу посмотрю, здесь вот маленькие 1-2, максимальное количество 3 сформированных у этого ореха завязи по 3. Название сорта вы сейчас видите у себя на экране. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать в комментариях. Подписывайтесь на канал. На канале будет много интересной информации для вас. Также попрошу вас писать комментарии. Это способствует продвижению и развитию канала, а также привлечению новых подписчиков и интересующихся людей грецкими орехами, азиминой и другими культурами, которые у нас уже начинают входить в наш, скажем так, сад, нужные растения, и у нас уже начинает плодоносить. Ну что ж, до встречи в новых видео. Пока!